Масса, ребятки, с вами канал Олег Геймлес, Play Racket. Следующее даже прохождение замечательной игры, где нам предстоит узнать, какие зловещие тайны хранит у нас данное заведение. И что случилось? Не доехали мы... Ух ты! Не успели мы доехать до дома, как у нас уже здесь началось что-то страшное. Ну, во-первых... Я вижу себя обезглавленного в машине. Это намек или что? Офигеть, смотри. Что это? А еще там кто-то хлопает дверь. Нам позвонили и сказали, что кто-то хлопает. Придите разберитесь. Я не знаю. Ой, это класс вообще. И что теперь? Мы по жизни такие будем или где? А что происходит? Или это мой талисман, или это берег, или что? Или что? Я не пойму. Ну, что-то явно творится странное, смотри. Так, а может быть повторное присаживание за руль исправит ситуацию? Так, попробуем. Попробуем, вылазим. И... Да, смотри, душа вернулась обратно в тело. Окей, ребят, ну что теперь? Мы идем обратно. У нас есть еще два клиента, поэтому нам нужно все вот это вот, чтобы все... Что мы делаем? Мы идем обратно сюда, мы закрываем дверку, потому что, ну, а зачем нам ее нужно открывать, потому что у нас тут еще все, что... Идем непосредственно к нашим вот этим штукам. У нас тележка почему-то отъехала куда-то. Амбер Рэмбер мы уже исследовали, теперь мы исследуем вот этого молодого человека. Ему нужно оказать некие услуги. Все, мы его забрали. Теперь нам нужно его довести. Понимаешь, довести. Ну, довести не до состояния, а до места. Поэтому мы отправляемся и везем его до вот этой точки. Мы его, значит, оставляем, двери закрываем и начинаем наши исследовательские процедурки. Значит, что у нас есть? У нас есть вот на спине какие-то пятнышки. Ну, тут все по стандартной схеме. Посмотрим ручки. Посмотрим. Вот на ручках есть тоже какая-то штучка. Возможно, где-то испачкался. Здесь что? Царапины есть. Да, очень-очень много. Так, а здесь у нас есть родинка. Или родимое пятно. Ну, что-то с этим связанное. Смотри, у него прыщики. Ну, у всех молодых людей прыщики рано или поздно появляются. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Здесь что? Здесь ничего, что-то моргнуло, попыталась нас как-то скомпрометировать на визги. Но я сам себя боюсь иногда, поэтому тут все нормально. Так, теперь нам нужно занести его в картотеку. 27 лет, там открылась дверь, смотри-ка. Итак, ему 35 лет, его зовут Ронни, славный малый. У него есть райдшудер, на райдшудере у него rush, короче. Don't stop, please rush. Вот, и на левый шудер у него, у него какая-то моль поселилась там. А, моль. Райд аларм, на райд арми у него хемангиома какая-то. Вот, у него вообще куча болячек, такой молодой, я уже столько всего. Райд лекс у него, что, на райд лексе у него... Амбрузия какая-то. Амбрузия у него. Амброзия. Милд. Средняя амброзия. Вот. И на левом лексе у него тоже какой-то раш. У него там прям... Смотрю, штурмует. What? Я смотрю, там что-то происходит, короче. Так, в размыленном-мыльном состоянии. На голове у него кератолиз какой-то. Проверяем. Шут, херомона, амброзия, раш, моль. Все есть. Печатаем. Печатаем. Все нормально, все хорошо. Закрываем дверь, потому что, ну, зачем ты открываешь постоянно вот эти двери нам? Вот, ну. Так, забираем, значит, документ, который... Да, забираем... Да, а почему дверь закрыта? Привет! А ты кто такая? Who is your... Who? Ты любишь свою бабушку? Да, бабуля, привет, привет. Опять? А, уже открыто, да? Холодно? Ну, иди в задницу. Это не мои проблемы, бабуль. Запишись, как все. Сука! Иди в жопу, я тебя не знаю. Ты кто такая? А, это моя бабушка. Бабушка, ты ж... Ты что-то... Ты ужин готовишь? Ну, я пока садита. Что ты, положи нож, пожалуйста. Нифига себе, тебя так... Радикулит, как тебя скрючил, бабуль. Ох ты! Нихера себе, нихера. Вот это скорость, видел? Видел? С такой скоростью бы так на салатик вообще. Я тебе кричу.
О, вот это приход у нас. Я, по идее, должен был сейчас испугаться, но они слишком затянули тот момент, когда ты должен испугаться. Ну, в смысле того, что она понимает, что если она появилась и достала нож, значит, этот нож найдет какое-то свое применение, да? Так, Эмбер Репорт. Все, мы Эмбер Репорт сделали. Мы продолжаем свои дальнейшие дела. Значит, вот здесь мы откроем, потому что, ну, мало ли. А вот здесь мы закроем, потому что может быть. И там что у нас? Там ничего. Здесь что теперь? Здесь теперь надо штрудер, да? Need injector and setting needles. Но здесь, в принципе, все как всегда. А мы уже знаем, что нам нужно вот этот вот инжектор и иголочки для инжектора. А что ничего? Что ничего? Опять вот эти какие-то проблемы у нас начинаются. Вот. Тут, короче, глючит это, понимаешь? Мы, что мы делаем? Мы делаем прекрасную улыбку. С таким ротищем, конечно, ходить. Я-то. Теперь надо вот немножко сузить все. Вот, вообще, губки как у рыбки прям. Теперь глазки. Нам нужно поработать с глазками. Сначала мы приподнимаем глаз. Теперь мы закладываем клипсинку, вторую клипсинку и закрываем глаз. Нам нужно будет, значит, вот эту штуку взять, положить ее сюда. Смотри. Привет, мужик. Что ты там делаешь? Мужчина! Вообще-то у нас тут операция идет. Закройте двери, холодно. Так, значит... Нет, ты посмотри какой, а? Свет выключил. Ну, нормальный, нет? А что? Да. Хумикан. А, видишь, короче, и нельзя... Это, ну, блядь, ну... Ну это... А-а-а! Обернитесь. Да посмотри, он везде свет повыключал, а? Вот же ж... Вообще сказал бы, где ты что. Хумикант. Вот мы хумикант налили, правильно? Чё, а как нам свет включить? Я вообще не знаю. Вот. И что, тут же тьма. И фонарика нет, понимаешь? Фонарика нет. А как мы будем вообще светить? Ладно, хорошо. Допустим. Я даже не запомнил, где выключатели у нас находятся. Ладно, хорошо. Гидропудра мы залили. Вот эту вот штуку нам нужно тоже залить. Вот эту штуку нам нужно залить. И что-то было еще. Теперь нам нужно взять вот эту штуку. Ножнички, по-любому. И скальпель. Реагент нужно, прикинь. Реагент. Реагент, я забываю все время, что вот этот реагент со специального шкафчика. Здесь разрезаем, потом мы сюда вставляем вот это, по-моему, и вот это, да. Все, так, теперь отойдем от греха подальше, потому что, ну, все-таки мало ли, что может происходить в процессе вот этих всех процессов. Может что-то выскочить, может выпрыгнуть, может вообще что-то там... страшное случится. Поэтому лучше мы постоим, мало ли машинка взорвется, понимаешь, а это все-таки травма на производстве, в больнице опять оформлять, нет. А, так, ну вот, свет включился, видишь, все нормально, все хорошо. Молодец, исправились. Вообще красавчики, все, все вообще молодцы. Так, что там у нас? Опачки. Давай пройдем сюда. Сейчас будет жопа. Опа. Нет. Все нормально. Жопа не... Мама мия. Ты кто такая вообще? Я тебя сюда не звал. Иди нахер. Какая-то вообще, ты видел? Вообще прям. Я тебе кричу. Как будто вообще. Что ты такое? Понимаю, тут вообще непонятно, да. Мы дальше. Слушай, как вот эти вот, знаешь, как риэлторы, ей-богу. Забираем вот это, вот так вот подшиваем, бэкаемся. Ризенбак мы взяли. И теперь нам нужно сюда, да? А тут, как всегда, темно. Сейчас как выскочит из-за угла эта штука вообще. Поэтому мы не оглядываемся, мы так пройдем там, где посветлее. Включим свет. А тут не включается. А почему там не включается свет? Потому что тут выключатель, вот он на стеночке висит. Это ж он. Ох, уж эти вообще тени. Вечно что-то. Машину не угнали? Нет, нормально. Я не закрыл тачку, прикинь. Ой, это сейчас полный салон будет всякого вообще, что можно. Итак, мы пришли сюда. Мы берем... Я вспомнил. Надо по-другому. Надо ж этот прицетыкать его. Вот эту штуку нам нужно будет. Так, позвольте, вообще-то у нас процедуры. Ветер, это простите. Так, да что ты, ну серьезно, ты не можешь как все нормально записаться, ну не прокатит. Ой.
эти чудовища, что за люди? Короче, каждый раз, когда у нас какая-то в процедуре тормозная система срабатывает, это значит, что где-то что-то происходит. Так, отлично. И у нас телефончик звонит. Давай, давай, ну давай ответь. Hello. Hello. I need to report a missing person. Sorry. Her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. So I have that. So we should, I don't know. She was here at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. Судя по разговору, молодой человек сказал, что у его бабушки проблемы с наркотиками. Ну, давай просто таблеток поменьше, и тогда ее так плющить не будет на самом деле. Что вот это вот? Так, здесь мы зашили, да? Что вообще происходит? Микс клинер из Bedroom, close to Creative Ten Cleaner. Clean Cleaner. Вот это вот, понимаешь ли, слова так подопридумывает, хрен выговоришь. Так, а мы что здесь? Мы здесь, мы тут. Он там, и мы идем. Hello? I need to report a missing person. В самом деле, ну нельзя так людей пугать. Зачем вы так резко, очень прям серьезно подошли к вопросу, да? Rebecca! Rebecca! Да я не вижу ничего. О, что-то здесь где-то есть, смотри. Нихера себе. А в смысле? Бека? Черт. А, Ребекка, точно. Я же вспомнил, это он меня звал. Что он делает? Лепит шарик в воздухе. А где я вообще? Это пещера какая-то или что? А может быть, я уже давно погибла? Сгорела на работе. Что? Не, ну серьезно. Ух, нихера себе. Ого. Охренеть. Так, буду просить двойную оплату, серьезно. Сейчас открою, а там стопудово какая-то чертовщина будет. Ну, я же говорю, смотри, все мылит. Все очень страшно мылит. Ну, пойдемте, ладно. Нас раз начали пугать, тогда давайте обосремся уже. Все тут нормально. Давайте штрудер машин мы помоем. Так, ну и что дальше? А дальше у нас промывка этой штуки. Потом микс-клинер bedroom closed to create ten cleaner. The Pure Inter the Embracing Pump. Так, есть. Теперь его нужно протереть. Right. Обратно вернуть пациента. Все, отвозим мужика обратно. Да, только у нас тут поломалось немножко. Что? Глючит, да? Ой, как глючит. Слушайте, будете мне вот это выпендриваться, я сожгу вас всех здесь. Ага. Все. Отлично. Мы его упаковали? Упаковали. Так, и у нас остался последний молодой человек. Пациент номер 3. Вот, пациент номер 3. Я думаю, с ним мы с вами закончим в следующей нашей серии.
Пусть это будет коротенькие, легче смотреться, лучше видеться, крепче спаться. А с вами был канал Олегейм, Let's Play Rock. Ребят, не забываем подписываться на мой канал, ставить ваши замечательные пальчики, колокольчики, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит на канале. Есть раздел видео и плейлисты, где вы можете посмотреть много других интересных игр. У меня на этом все. Увидимся, ребятки. Пока. Hello?